когда откроют границу Таджикистана и России, с 1 декабря откроют ли, какие правила на границе и, откроют ли границу Таджикистана и России с 1 декабря 2020 года, до какого числа закрыта граница России и Таджикистана в 2020 году и будет ли открытие границы с 1 декабря 2020 года власти пока не сообщают, но информированные источники сообщают, что это будет возможно только после того, как ситуация с коронавирусом стабилизируется в России и Таджикистане. Правила въезда граждан России в Таджикистан после окончания карантина должны остаться прежними. Также всю официальную информацию о режиме карантина в стране и вывозных рейсах из Таджикистана для россиян можно узнать на официальном сайте посольства РФ в Душанбе.